Очень важное письмо Андреева. Смотрите, Черенки в 2017 году привил на сливу. О, вот это важно. Сеянцев не было, но я понимаю, абрикосов не было сеянцев. К тому времени, в общем, у меня прижились 5 прививок. В этом году зацвели, дали плоды. Честно, не знаю, что за сорт, так как были под номерами. Вот. Теперь, это еще не все. Он, видимо, он подразумевал, что это мои черенки, но потом пишет. А дальше любоваться будем. Валерий Константинович, это черенки 17-го года Бродского. Я выяснил, брал Латинкова, то есть прошли через Бродского, потом Латинкова. И вот что получилось. На вкус сладкие косточки отделяются хорошо, с покупными не сравнить. Отправляю фото и место прививок. Почему это очень важно? Во-первых, любуемся местом прививок. Сколько раз говорю. Вот. Здесь абрикос уже обгоняет сливу, он еще молод. И, возможно, через несколько лет он погибнет. Это обычное явление. Да, вначале на плоды полюбуемся. Давайте. Полюбовались. А это вот такие у Бродского. О, вот, видели, красавцы? Вот они. Вот они. Ну, прошли через Латинкова. Это тоже что-то добавляет. Теперь смотрим самое главное. Итак, прививка абрикосной сливы. Опять, я все про то да потом. Надо продолжать эту линию. Уж если взялись, вы можете 1000 абрикосов посадить, косточек, сделать 1000 прививок, получить 1000 саженцев и продать, все. Абрикос на абрикосе. Но если вам повезло и у вас это явление нечастое, я рассказываю про себя. Я молодой садовод. У меня тоже не было абрикосовых подвоев. Я тоже прививал на сливы. 10 прививок привил, 8 пошли, через год 7, еще год 6, еще год 5. Года 3-4 плодоносили 2 последние абрикоса на сливы. Те уже были мертвые. И, наконец, они погибли. То есть у них срок жизни оказался 10 примерно лет. Новичок я был новичок. Может, и это тоже сказалось. Через несколько лет у меня абрикосов на сливе не было. Тогда я не был такой шибко умный. А это сейчас говорю. Продолжайте эту линию. Вот именно вот эту сливу, именно эти косточки вы можете постепенно их сблизить. Итак, абрикос становится меньше росточков, а это не беда, но это все равно не эти дурацкие карлики, которые овечки доли, помните, вот, с одной стороны, вот. Каждое следующее поколение будет сродняться, и, наконец, сливы и абрикос, эти сливы все, чтобы были желательно с одного дерева, или прямые потомки, это по железу, так, один из моих этих постулатов. И веточки все с одного и того же дерева или прямого потомка. И у вас будут прекрасные деревья, которые что? Которые с невыпреваемой сливы выприть очень трудно. Это надо специально ее гноить, и она может даже постепенно гния, даже может существовать 10, 20, а то и 30 лет. 10 лет, 20 это где сыро, а 30 где сухая, ну, более сухой климат. Или там холмики, или там эти гряды, или местность, складки местности. Вот. Перспектива большая. Рано или поздно, когда они до конца сроднятся, у вас выпривать будет нечем, сливу замучишься выпривать. Так? Вот. Он не будет обгонять при таком росте. Видите, тут выше, чем я рекомендую привито. Но уже вот этого различия не будет. Обгонять будет, может. Но, скажем, поколениям все роднее, обгон все меньше, срок жизни все больше. Вот. И я хочу вам сказать, Виктор, вот, если вы будете питомниководом, если вы хотите, чтобы у вас саженцы не проклинали, как вот они проклинают, кто берет в интернет-магазинах, на самом деле южные, самых южных краев, вот, из тысячи умирает, чтобы так не было, вот. Вот эту линию продолжайте, раз, вот так же, как вот и в предыдущем случае. Ну уж получилось. Помните роскошные абрикосы 100-граммовые, привитые на терн? Я всегда считал, терн это небольшая слива, это как дикая слива, да? Ну у человека же получилось. Это я вспоминаю этот Дальний Восток, ой, Калининград. Вот еще один случай, а вот он результат. Вот сюда надо вам двигать теперь. Не абрикос на абрикосе, а абрикос на сливе, потому что, возможно, в ваших краях все плавает в этих лужах.
сырости. Еще, пожалуйста, письмо. Хочу поделиться хорошей новостью. В нашем Марийском крае первый раз оплодоносил абрикос от железного Амур. Жаль, что это не мой абрикос. Это самое смешное. Это абрикос моего друга. Мы все вместе заказывали. Это как закон подлости. Я сколько раз, вот как подарю кому, все лучше, чем у меня. Уж казалось бы лучше, а еще лучше, чем у меня. Вы знаете, что мне сказал Чернобаев? Где я был, я обещал приехать к нему, не приехал. У него бай получился, это самое, крупнее академика полтора раза. Вот. Я говорю, а где он сгнил? Вот так. А почему? Потому что откуда у него этот бай? Ясно от кого? Вот. Когда от души все получается. Итак, у моего друга участок с домом в черте города на возвышенности. У него на участке заморозок в весеннем был слабее. Радостно еще более, что это абрикос, привитый вами на маньчжурский абрикос. Так это Сергея, что ли, получается, а не мой? А какая разница? Все с железом. А не натерн, как делаю я, или сливу, или лучу, как делают для продажи питомники. Вот когда питомники прививают абрикосы с его лучу, купили, сразу выбрасывайте. Изувеченный штамм, прививка почкой и высоко. Урожай не очень впечатляет, а пылять-то при цветении особо нечем. Ну, смотрите, прекрасный, не изувеченный. По-моему, посадочка на холм, все как у людей. О, пожалуйста, скромно, но со вкусом.